Говорить, нас пока хватает, ну, 60-65 минут. Угу. Опять же, это рваный темп, такой рваный ритм, мы не можем держать игру в одном темпе. Пришлось менять нападающего, благо Сашка вышел и отработал хорошо. А вот Бурдиян за счет опыта, за счет правильного выбора позиции, много снял вверху, перехватил мячи, то есть он сыграл в середине поля абсолютно. Але, ну, глубокая какая перспектива в него? Ну, все-таки вышел там, деякі були, не міг зацепитися. Нет, перспектива, но он футболист, но надо работать. Надо работать. Он приехал, сколько, давно еще, по-моему, одну тренировку. Да, может одну, да. Надо работать еще, будет время. Еще вы говорили раньше, Білоус, Любомир, что с ним? Мы не смогли его просто заявить, была проблема с Карпатами. Карпаты не сумели вовремя переслать его трансфер. Мы берем его в аренду у Карпат, но поскольку там была не такая заминка, мы не смогли его заявить. На следующий год он уже будет. Еще кто-то? Вы говорили за вратаря. Ну, вратаря это больше всего вопросы. Ага. Там не, он занимается вратарской темой. Завтра еще приезжает один опорный полузащитник из Олимпика Донецкого. Еще ряд игр футболистов подтянутся, поэтому я пока не буду называть их фамилии. Но сейчас какие-то людей могут, в принципе, потенциально появиться? Подъезжать каждый день. Вот будем выбирать, скажем так. Вот сейчас уже пошли более квалифицированные футболисты, те, которые... Я, опять же, ни в коем случае никого не хочу обидеть. Но когда команда в первое время комплектовалась там, по объявлениям, по контактным там, просьбам, это все было... Было потеряно время. Поэтому мы сейчас уже собираемся, стараемся собрать лучших футболистов. Будем выбирать лучших из лучших, ну, кто на данный момент есть. Будем оставлять, будем заявлять. Несколько человек, я еще раз могу сказать, кто-то может даже и покинет команду, с кем-то будем устраивать контракты. Но мне нужны сильные футболисты. Мне надо дотянуть до зимней паузы, в верхней части турнира. Когда закрывается трансферное окно? 31-го. Да. Ну, если федерация футбола, как всегда, не продлит еще на полмесяца. По просьбе премьер-лиги. Скажите, були 100% моменти в матчі, от їх треба, ну, по суті, треба забувати, і не буде. Ну, сьогодні от 70-ка, там 70-та минута, 26-й номер. Каже, кажу. Є розкоординація, ноги не готові, йому тяжело, йому ще тяжело двигатися. Коли прийдемо в нормальне функціональне состояние,